Необычный подарок сделали жителям Твери ко Дню Победы волонтеры акции «Мы вместе». Горожане смогли услышать в живом исполнении «Синий платочек», «Смуглянку» и другие легендарные песни военных лет прямо под открытым небом. На пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвязской прошла акция в 6 часов после войны, в рамках которой студенты музыкальных училищ спели и сыграли для зрителей композиции, которые уже долгие годы звучат в сердцах людей. Концерт под открытым небом собрал на бульваре Радищева немало зрителей. Для жителей гостей Твери прозвучали известные песни военных лет. Люди активно подпевали артистам, студентам музыкальных училищ. Это мероприятие, акция в 6 часов после войны, подарок горожанам от волонтеров фонда Твери. Юлия Саранова, руководитель фонда, отмечает, что молодежь должна помнить и гордиться подвигом своих предков. Здорово показать ощущение, ну, уже мирного времени, когда наши дедушки, бабушки очень долго ждали, надеялись, что придет тот день, когда наступит мир. Вот это ощущение полное надежды и радости мы бы хотели сегодня передать этим мероприятиям. Присоединились к акции студенты. Это музыканты, баянисты, вокалисты, скрипачи. Принять участие в этом мероприятии для музыкантов оказалась тоже большая честь. Особая ответственность, признаются скрипачки Алена Назарова и Розалия Юдина. Рады за то, что мы победили. И с удовольствием поучаствуем в этой акции с победой. Ну, очень приятно, что мы можем как-то принять участие в этом. И не просто погулять, а вот подарить какую-то радость тоже. Концерт под открытым небом собрал десятки жителей города. Кто-то просто шел мимо, но, услышав знакомые мотивы, решил приостановиться и послушать. Среди них и люди старшего возраста, и молодежь. Почетно, что мы чтим память о таком великом празднике, поэтому, я думаю, нужно поддерживать и делать такие мероприятия, чтобы молодежь тоже вовлекалась и чтила память. Побольше объединяло бы народ и вспоминали о военном времени, достижения наших бабушек и дедушек. Мне понравилось выступление. Ну, все, такой нарядный город. И вообще, в такой прекрасный день, 9 мая. Кто-то из зрителей даже присоединился к музыкантам и спел любимые композиции бабушек и дедушек фронтовиков. А в 18:55 собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.